Гордиенко Денис, группа компании «Сладкая сказка», президент. А чем занимается ваша компания, какие товары вы представляете? Вы можете увидеть здесь большой ассортимент нашей продукции. Да, это кондитерские изделия, мы называем их оригинальными кондитерскими изделиями, которые всегда необычны, которые несут какую-то дополнительную ценность для потребителя. А какие новинки вы подготовили для всех ваших клиентов? Ну, мы не все озвучиваем, потому что это пока секрет для всего рынка, но новинки, безусловно, есть. Какие вы ставите цели и задачи участия на данной выставке? Ну, в основном это развитие бизнеса с текущими партнерами, но у нас на этой выставке приходит очень много из соседних стран, ну и вообще со всего мира, Китай, Монголия. Так что, ну, освоение всего земного шара – это как раз та цель, которую мы сейчас решаем. Прекрасно. А что бы вы хотели пожелать вашим партнерам, уже существующим и новым будущим? Ну, упорство, ну и удача. Это никогда не помешает.